Так, представьтесь, кто вы? Майор Головенский Алексей Сергеевич. Дата на розделе. 22.02.90. Посада. Посада не... Должность. Командир звена. Ukrayna silahlı qüvvələrinin bu gün ərzində növbəti dəfə sağ olaraq ələ keçirilən işğalçı Rusiya ordusunun pilotlarının görüntüləri yayımlanıb. Nömer kəsi. 59882. Vıq, səyəkə çıxıq. Не понял. Какая часть? Какая часть? Это авиационная часть. Где? Крым. Где находится? Место дислокации. Крым. Город. Город. Саки. Помнишь, ну, город Саки, да? Город Саки. Так, какая у вас была задача? Разведка. Полностью разведка какая? Это местная, это местная. Воздушная разведка. Воздушная разведка, она так и называется. Так, другий капитан, представьтесь. Козлов Алексей Игоревич. Голоснейшее. Козлов Алексей Игоревич. Дата на родине. 2.03.88. Посада, должность. Штурман звена. Штурман? Звена. Номер части. 59882. Место дислокации части. Саки. Откуда родом? Смоленск. Город Смоленск. Где проживает? Прописка. Крым. Прописка, адрес? Адрес, город Симферополь. Адрес, адрес. Улица, дом, квартира. Улица Кичкемецкая. Дом 97, квартира 56. Какая задача была у вас? Разведка. Надо на объектов. Стоять в зоне ожидания. Сколько вылетов вы здесь с 24 лютого, 22 года? 3-4 улицы. По каким местам працювали украинцы? По морю. Разведка, разведка моря. Сколько вы скидывали бомб, сколько забомбили городов? Бомбы не кидали. Истребители ходили на крышу и на разведку. Майор, ты? Так точно. Мы один экипаж. У нас задача морская разведка.